он должен быть все-таки человеком в высочайшей степени дипломатичным, и он должен, как сейчас говорят, разрулить колоссально сложную ситуацию. Это должен быть человек мудрейший, этот человек должен быть не жесткий, человек должен каким-то образом остановить в первую очередь кровопролитие, потому что ничего не стоит человеческих жизней. Туда нужен человек, который поднимет все с колен, грубо говоря, потому что там сейчас очень тяжелая ситуация. Института общественных политических деятелей на Украине из-за предыдущего правительства, из-за абсолютно коррумпированной системы, так и не образовалось. И лидера, который представлял бы интересы всех регионов, сегодня в Украине нет. Идеальный лидер Украины – тот, который принадлежит одновременно отчасти русскому, отчасти украинскому миру, говорит на двух языках, имеет неплохие связи с Евросоюзом и с Россией, имеет опыт в разных сферах. Понятно, что Украина взяла курс на Европу, да, на Евросоюз, и с этого курса они вряд ли свернут. Новый президент Порошенко, помимо того, что он известный бизнесмен, обладает, так сказать, огромным финансовым состоянием, он должен быть, наверное, таким политиком сейчас для Украины, который должен проявить государственную мудрость и фактически предотвратить развал страны. Если Порошенко сможет отчасти повторить путинский исторический разворот в сторону народа от олигархов, тогда он станет великим президентом.